Всем привет! Сегодня еду ставить дверки в Светлогорск. Пустая квартира у меня там. Ехать около 40 километров в одну сторону. И решил не мотаться туда-сюда вечером. Взял с собой постельку. Квартирка пустая. В общем, еду с ночевой. Ну, может быть, с двумя, не знаю, за два дня навряд ли успею, потому что еду чуть позже, не к полдевятому, к десяти. Заказчик попросил приехать попозже, там он работает, пока машина там отпустит или что. В общем, еду в командировку. Блин, фигово, дождик пошел, и я курточку не взял с собой, не одел. Дай бог приеду, может кончится, распогодится. Прикольно, уже минут 10 еду вот так вот, можно сказать, по лесу. Красотища! Блин, дорога на Светлогорск. Не, я, конечно, понимаю, что здесь туристы не ездят. Это какая-то, короче, редкая дорога. Но все равно дорога немножко ужасная. Здесь, конечно, местами и хорошие, и более-менее. Здесь и не важно, но вот участок сейчас был совсем ужасный. Ехал со скоростью 30 км в час. Местами такая яма на яме, яма на яме. Неужели нельзя сделать дорогу? Ну, единственное красивое, что едешь по лесу. Кругом лес, кругом лес. Лес, озера, лес, озера. Все, выехал на нормальную дорогу. Осталось ехать 5 минут. Блин, фигово, что дождик идет. И я без дождевика. Так, ну в Светлогорск я доехал. Так, ну я приехал, квартирку посмотрел уже. Вот в таком трехэтажном домике буду работать. У меня второй этаж, лифта нету, там трехэтажный. Придется вручную все таскать. Тяжко, блин, после трех дней выходных поднимать инструменты. Без лифта даже на второй этаж. Инструменты занес, сейчас чуть отдышусь и начну располагаться. Сегодня я в городе Светлогорск. Сегодня у меня 5 вот таких вот дверек, эконом-вариант. Фурнитура сегодня ручки-рассети. Петли универсальные Морелли, защелки не магнитные, тоже Морелли, 165/20 и один замок с ключом. Распаковал все двери, наличники, доборы, коробки, все распаковал, все нормально. Вот меня удивляет, коробки их не распакуешь, они сразу становятся такие буквой S, выгибаются в обратную сторону. Одну нашел с небольшим косячком, но она пойдет наверх. Две верхушки с нее сделаю, доборы также распаковал, все проверил, все нормально. Проемчики сегодня отличные. Единственное, один проем вот здесь вот. Странный. Здесь стену, видать, делали шумоизоляцию, наверное. Ну, коробка здесь будет, дверь будет стоять здесь без добора. Ручка будет с этой стороны, дверька будет открываться сюда, наружу, направо. Здесь в санузле ручка будет возле выключателя открываться наружу, налево. Здесь у нас зал, я так подозреваю. Ручка будет возле выключателя, дверька будет открываться внутрь, направо. На входную дверь они не подготовили, наличник не достает доверха, поэтому будут делать позже. Не знаю, кто будет делать, может, отделочник сам будет делать. Еще один санузел, ручка будет возле выключателя, открываться дверька будет наружу направо. И в кухне у нас дверька, ручка будет возле выключателя, также будет открываться наружу, сюда направо. Проемчики все зашибись, просто класс, надеюсь, и по уровню сделаны.
Высота 206-207 сантиметров от чистого пола. По ширине 80 и 90. И все вот такие заштукатуренные, ровненькие. Блин, ну это просто песня. Это просто класс. Надеюсь, и стены по уровню. Раз здесь уголок стоит, значит, должны стены по уровню быть. Здесь чуть-чуть плитка торчит, но это не смертельно. Это нормально, более-менее, блин, классные проемчики. Единственное, один проем проблемный немножко. Это вот здесь. Здесь плитка идет, плюс вот этот, как он называется, не помню, выступает. То есть придется, когда наличник буду ставить, отмечу, болгаркой сточу, а под наличником здесь еще буду приклеивать кусочек добора или там, что у меня будет, из чего, чтобы не было дыры этой. Ну, так, в принципе, все отлично. Квартира пустая, свободная, можно работать. Не знаю, возможно, не придется ночевать здесь, потому что к хозяевам приехал сын издалека и планирует вечером приехать, бросить матрас и ночевать здесь. Если они приедут, то мне придется ехать домой. Вот так вот. Если же никто не приедет до 7 часов вечера, то я остаюсь ночевать здесь, чтобы не мотаться туда-сюда. Все, можно приступать к работе. Погнали! Скотина, вот он ты где лежишь, блин, и молчишь. Хотел здесь заночевать, время уже без 10:07, думал, сейчас в магазин съезжу, куплю на ужин себе что-нибудь, да на завтра на обед. Но у меня проблема с наушниками, наушники не заряжаются, 2 провода покупал новых, нифига не заряжаются. Могу заряжать только от супругиной зарядки, а она дома, то есть у нее телефон там заряжается. Придется ехать домой без наушников, работать просто невозможно, слушать пилу, пылесос. В общем, еду домой. Всем привет! День второй, едем в Светлогорск, но по другой дороге, по нормальной. Thank you.
И еще раз всем привет. Вчера был плодотворный день, день подготовки. Сделал всю врезку, врезал замки, петли. У меня два вида замков. Один 196 на 18 с пластиковым язычком, круглый, и 165 на 20 с прямоугольными углами. Также вчера врезал ответки. Такая ответка у меня. И вот такие ответки у меня. Сейчас промерю полы, отпилю ставевые и соберу, и в принципе можно ставить двери. Все-таки классно, когда проемы правильные, чистые, откосы ровные, стены по уровню. Блин, это просто приятно работать, это просто шикарно. Отделочнику большой-большой лайк. Так, ну, дверки установлены, наличники с лицевой стороны поставил. Все, осталось сейчас добор и наличники с внутренней стороны. И ну, в санузле здесь придется немножко помудрить. Зато по плату, что я не люблю делать, то сделаем. Сделаем красиво.